Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы всадники Олуха. Так, 17-й день, забираем с тобой 30 монет Одина. Это нам все не нужно. Ну что, Беззубик, давай показывай. 5 миллионов рыбы, мало. Мало, и к тому же ты не выполнил мое поручение. Да, хотя смотри-ка, почему-то выполнилось. Ну что ж, тогда пускай он поищет снежного призрака. 18 часов будет искать ее, к макарек. Ладно, пускай летит. Ну, а мы с тобой забираем награды. Так, здесь нам выпадает, ух ты, фрукт экзотический, да, скажем так. Этих всех отправляем, естественно, на сборы. Так, надеюсь, на этот раз получится. Да идите вы в пень, ё-моё, ну вы специально что ли так делаете, я не пойму. Это уже какая, наверное, 20-я или 40-я попытка прокачать его в титаны. Он сопротивляется. Так, Ветрокрыл, ты не радуйся, ты сразу полетишь за железом. Обрадовался, думает, все, отработал. Нет, не отработал. Ну-ка. Так, Сарделька, что мне даст? Заколку. Нормуль, так, лети ближе бесплатно. Барсик, а что Барсик мне принесет? 12 рун. Ну, в принципе, неплохо. Хотя лучше, конечно, копишка-то получить. Или гарпун. Наверное, гарпун там все-таки, да? Ага, а здесь мы с тобой что получим? Хотелось бы, конечно, заколку, но мне кажется, что будет тусклый янтарь. Руны? Слушай, ну, спасибо хотя бы за руны. Хоть что-то мы с тобой отбили. 2700 увеличивают награду в приключениях. Да, это прикольно, ребята. Такой в шапке. Кривоклык в шапке. Лети. Ну, Громгильда, а ты что? Принесешь мне 12 рун, отлично. Ну тогда лети позади. Бесплатно. Все, полетело. Ну что же, этих мы с тобой задачили. На корабле у нас что? Так, отказываемся. И здесь тоже. Ну ты посмотри, 380, 880. Откуда такие расценки-то вы берете, а? Заоблачные, я вот это лично не понимаю. Скалотряс, хорош там крутится. 10 миллионов древесины. Спрашивается, что такое 10 миллионов древесины? Или 5 миллионов, да? Или 2 миллиона рыбы. Для нас это вообще сущие копейки, на самом деле. Так, наверное, мы ему вот так вот сделаем прокачку. Летите, летите все на сборы. Так, рыбу отдай. И на добычу. Так, это что? А, он у нас уровень получил, да? Слушай, а зачем я его качаю, если он обычный? Я не понимаю, зачем это вообще нужно. Пускай он летит и собирает рыбу. Так, ты у нас полетишь за древесиной. А ты полетишь у меня, наверное, на обучение. 450 миллионов, но он тоже почему-то дорого обходится. Ветрокрыл самый дешевый именно по добыче получается. Железо, пускай даже мало, но всего лишь 250 тысяч он требует. Так, Буйволорд. Да что ж такое-то, опять расширять? А этот что, до сих пор еще тренируется? А, я же его отправил. Тьфу ты, я и забыл об этом. Только что сам его отправил туда. Еще чему-то удивляюсь. Так, эти у меня тут. Ну. И чуть-чуть не хватило. Самую малость, друзья мои. Так, нет, ничего мы не будем там ускорять. Давайте-ка просто полетите у меня дальше на прокачку. Окей, так, а ты куда бы тебя отправить-то, я даже не знаю. Ну, пускай летит за древесиной, брюхоглот. Пока у нас святилище Валки там забито. Конечно, хотелось бы его расширить, понятное дело, но нет такой возможности, потому что не хватает рун. И руны мне нужны. Как мне сказали подписчики, мало того, что ты получишь ворчуна, нужно будет еще сколько там, 40 железа, чтобы какое-то задание, короче, выполнить.
Так, я не знаю, стоит ли нам его отправлять на обучение. Я думаю, что все-таки модификрылку лучше. Вот так вот. А этих... Даже не знаю, может на сборы их отправить. Или все-таки обучаться. У нас место-то есть вообще в этом, в академке? Одно местечко всего лишь осталось. Одно. Так, ну давай подумаем, кого можно отправить туда на прокачку. Этого не хочу. Так, а здесь у нас... Слушай, можно болельщика сардельки, например. Так, что это такое тут, я не могу понять. Он куда вообще полетел-то? Все, сразу же обучаться? Ну ладно, пускай. Он все-таки, ребята, уникальный. Поэтому должен нормально нам ресурсов добывать. Ну, а мы с тобой давай открывать пак. Так, монетки Одина. Шторморез, Громль, Громобой. Оу, заколка эпическая. Шикарно. Тогда мы еще с тобой рекламный глянем. Да, отказаться. Рекламный, будьте добры. Монеты Одина 6 штук. И здесь у нас шторморез, пристиголов, костолом дикарь. И водорез, как всегда. Нет, ты уж извини, бро, но ты пойдешь гулять. Таких у нас своих хватает. Так, легендарные. Чешуйка. Давай дальше иди ищи. Ну а ты что? Листочек и опять же тусклый янтарь. Спасибо. Ну здесь, понятное дело, открываем с тобой пак. Обычный. Шторморез, Громобой, Громль. И все, последний у нас остался, мы его активировали. Так, тут заберем награды. 5 рун. Главные листья. 100 листочков. Так, приобрести тусклый янтарь у Эрте. Давай вот так, наверное, сделаем. Опа. 3 штуки сразу с тобой заказали. Ну что, у нас событие, друзья мои. Нам нужно его пройти еще 3 дня, 14 часов. А у нас, сколько там получается? 2 заходки, да? Чтобы пройти полностью. Окей. Сейчас будем дальше с тобой разбираться, как и прежде. Так, водорез. Ну что, начнем с него, наверное, думаю. Поехали. Чтобы он нам просто-напросто не снимал защиту. Тут, кстати, уже 3 волны, а не 2, как было раньше. Напряженные бои сейчас будут. Так, тихо, отвали. Ну-ка. Добьем. Так, ну что, водореза мы уничтожили. Шипохвост, или как тебя там величать? Ух ты, звезданул. Блин, мне не нравится, что он так сделал. Мне бы хильнуть его на самом-то деле. Не помешало бы, иначе сейчас... Смотри, что творит, а? Блин, ну по идее мы должны его расписать. Но знаешь, в чем проблема будет? А вдруг там враги на следующем ходу будут ходить первыми? И тогда у меня Кривоклык погибнет. Вот видишь, как сейчас... Вот об этом я и говорил, что надо быть всегда, ребята, на чеку. Так, кусаем. Тут у нас еще Громорог. Но это вторая волна. Что он делает? Он сделал гипноз. Так, ладно, хорошо. Нам нужно залечить раны. Это во-первых. Красавчик. Так, промахнулся. Получает тогда звездюнку. Наверное, еще раз хильнемся. Так, Кривоклык у нас фул ХП. 3 волны уже, да, значит? Угу. Ну что, добили. А здесь у нас кто? Йок, Макарек. Стальной капкан и Клывокрив. Наверное, я все-таки вот так начну. Сейчас его добьем. Фаербол. Давай, поехали.
Раз. Так, залечим раны. Что он будет делать? Просто кусает. Ну, ему крышка, ребят. Все, мы сейчас вдвоем сходим здесь и, в принципе, его уничтожим. Неплохо, неплохо. Крутанем колесо и посмотрим. Рыба, да? 175 миллионов. Ну, допустим. Так, а у нас сейчас еще битва с мини-боссиком. Окей, погнали. 250 листочков здесь. Плюс там мы с тобой соточку выиграли, да? Это 350. Блин, нам бы хотя бы в день по 500 листьев получать. И, возможно, мы бы с тобой успели накопить. Опять три волны. Как ты видишь, здесь в первой волне у нас выступает один громорог. Без какой-либо подмоги. Поэтому здесь мне должны с ним быстренько разобраться. И не забывай, что здесь мини-боссики. Поэтому надо здоровье держать, как говорится, на пределе. Хиляться не будем, просто уничтожим его здесь. Вот так. Ну, тут понятное дело, с кого надо начинать. Потому что ловарык пойдет у нас на мясо. На мясо в плане того, что я буду за счет него отхиливать свою команду. Так что надо нам этого уничтожить будет. В принципе, сейчас мы его и сделаем. Так, ну что, ловарык, ты уж извини, но придется тебя распетрушить по полной программе. Сейчас щиты повесить, наверное, нет? Нет, не стал. Тугой, конечно, он на разбор, тут ничего не скажешь. Очень такой жесткий. Вот красный, да, силовики, их бомбят неплохо. А он неплохо бомбит фиол, да, я смотрю. Да, зеленый бомбят фиол. И третья волна, мини-боссики, ё-моё. Ну этого ладно, пока трогать не будем, вот с кого начнем. Именно с этого пройдохи. Я вот не знаю, он, по-моему, фаерболы, да, у нас бомбит? Да, кусает он слабо, а, по-моему, фаербол все-таки он выпускает. Ну, громобои все знают, что он делает. Тут даже объяснять не надо. Окей, отхил. А, у нас еще и страж, он к тому же. Громобой-то. Да все знают, что ты это делаешь. Все абсолютно. Что ты немоту на нас вешаешь. Слушай, даже Кривоклык его не так особо бомбит. Крепкий малый, на самом деле. Так, ну что. Заходка другая, и в принципе ему кранты. Сейчас Кривоклык его добьет. Найс. Посмотрим, что на этот раз выпадет. Опять рыба, ну, 125 миллионов. А мы забираем с тобой вот этот вот самый ареновский пак. Будьте добры нам его отдать. Спасибо. Шторморез. Престиголов. Так, шипорез. И все. Получается, здесь поединок и здесь. Два боя, а у нас три энергии. Значит, мы еще и на мини-боссик с тобой успеем попасть. И листочки подобрать, естественно. Так, ну что? Престиголовый здесь стоит. Один одинешенек. Поехали. Сейчас мы его по-бренькому ушатаем. Да, он разбирается вообще изи. Ох ты, жук, что делаешь? На тебе. Да просто, ох. Я думал, сейчас добьем по-бренькому. Угу. Шторморез действительно очень слабо бомбит. Своими зубами он практически не кусает, а облизывает врага. Ой, наверное, вот так вот сделаю. Я пока оставлю энергию для того, чтобы можно было захилять нашу команду, потому что 100%, видишь? 100% они будут вот так вот. А сейчас мы с тобой сделаем отхил, уничтожим сразу водореза и немножко нанесем урона шторморезу. И заодно еще и отхилялись по фулочке. Но уже, как говорится, урон нанесли нам. И последняя волна. Ну, я думаю, наверное, надо, хотя не оба станеры. Но вот это будет разбираться быстрее, потому что это страж. Это страж. Стражи не всегда очень тугие на разборку. Так что начнем с силовика. Ну, а ты кого?
Вот как, да? Продолжаем. Молодец, Барсик, ушатал его. А этот сейчас будет делать свой разбег, потому что у него 3 энергии, он же на 3 применяет. Да. Он как и шепот смерти. 3 энергии ему достаточно для того, чтобы выпендриться. На тебе. И добив. Вот так вот. Сейчас заберем награды и продолжим. Да ладно, прилив сил 3 штуки. Сколько играю, ребят, это в первый раз. Чтобы 3, это как бы максималка именно, если выпадает тебе прилив сил. Это круто. А что у меня тут горит? Мои драконы и восклицательный знак. Это значит, я кого-то могу прокачать или что? Ну что, шепот смерти. Я вижу, вижу. 14 уровень, синий. Против него очень хорошо будет выступать Барсик. Давай так вот сделаем. И Барсик его должен добить, по идее. Отличненько. Так, здесь у нас креветы я пока не буду трогать. Наверное, все-таки начнем с престиголовых. Я знаю этих двух братов, акробатов. Сейчас фаерболы начнут свои пулять здесь. Ну, естественно, ну, куда же без этого-то. Так, кревет сейчас выпендрится, потом мы бомбанем по кревету и сделаем отхил шторморезом. Вот так вот. Укус, блин, добить не получится. Он делает ход, а вот теперь, ого. Фига, он влупил. А вот тут-то что делать? Блин, естественно, нам надо вот этого в первую очередь как-то ушатать. Как? Как нам это сделать? Блин, если у нас за... Его разбирать еще так долго, а? Ну-ка попробуем, короче, так сделать. Кусанем. Ну, это понятно. Сейчас он будет просто пока атаковать, пока он не накопит энергию себе. А потом, естественно, сделает заморозку. Массовую причем. Да чтоб тебе. Ну, давай добей его. Теперь давай попробуем сейчас змеевика ушатать. Опять сейчас фаербол, да, полетит? Какая же ты зануда, а? Так, ну этот остался у нас одинешенек. Можно, в принципе, знаешь, что попробовать сейчас? Повесить на него слепоту. Мы накопим? В принципе, да, мы с тобой успеем накопить. И он не сможет заюзать. Все, ребят, теперь просто его разбираем. Видишь? А если бы не повесил, мы бы сейчас с тобой были заморожены. Поехали. Раз. Стоит ли нам... Да, я думаю, стоит. Тут больше он ничего не успеет сделать. Все. Победа. Покажите-ка. Рыба, да? 125 миллионов. Окей. Ну, а вот они и листики, которые нам нужны. 250 штук. Неплохо, я тебе скажу. Очень даже неплохо. И последняя энергия у нас с тобой — это мини-боссик. И останется всего лишь одна заходка потом. И мы пройдем с собой это событие. Ну, уж за 3-то дня, ребят, пройдем. Это я тебе точно говорю. Так, давай-ка начнем, наверное, с креветы все-таки. Я понимаю, что этот бомбит, но у этого все-таки... Хотя это как посмотреть? Да хорош! Фига не дают! Блин, если они еще раз так сделают... то Барсик у меня просто погибнет. Разбег же. Фаербол. Так, тихо, 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 парень. Спокойствие. Раздухарился, я смотрю, здесь. Жестко ты, конечно, бомбишь, парень. Очень жестко. Так, надеюсь, мы ходим первыми. Да, вот шиш там. Они сейчас будут первым ходить. Слушай, не дай бог, кто-нибудь тронет мне Барсика. Твою налево, не тронули. Ну, благо мы выжили. Слушай, отхила, наверное, будет мало, или как?
Ой-ой-ой-ой, даже не знаю, что сделать лучше. Давай, наверное, все-таки вот так вот перестрахуюсь. Ну, промахнулся, вот ты нубас. А если бы он по барсику бомбанул, 100% он бы его ушатал. Как пить дать. Найс. Окей, а вот у нас и мини-босик. Это Костолом. Ну, тут понятно все. Водорез идет первым на разборку, так как он понижает у нас броню. Еще сам при этом отхиливается. Все-таки успел, а? Так, а это сейчас будет, наверное, бар... Нет. Так, ну а ты только не суйся. Что-то они на моего Костолома... Ой, на моего Кривоклыка взъелись. Я не знаю, по какой причине. Сюда. Так, этот же у нас... Ага, огнем. У него нет разбега. Все, ребята. Раз у него нет разбега, значит, он глушить нас не будет. А раз не будет глушить, значит, мы уничтожаем сюда и спокойненько-приспокойненько бомбим вот этого Костолома. Да, ну он кусает, конечно, круто. За один просто, ребят, присест, половину здоровья отнял. Ну, как ты понимаешь, да, я собираюсь сделать вот таким вот образом. Это чтобы не рисковать лишний раз. Лучше, как говорится, сделать на него слепоту, чем делать отхил. Так, давай-ка кусанем. И, в принципе, все. Следующий ход для него будет последним. Пока, Костоломчик. Давай посмотрим, что дадут нам в этот раз. Древесину, окей. 175 миллионов, спасибо. Ну, как ты видишь, энергия у нас закончилась. Поэтому все, ребят, отбой. А что там за пак, я не могу понять. Ареновский. Какой-то с легендарными, что ли. Что у нас вот здесь вот? А-а-а, мы можем с тобой пещерного скалотряса улучшить до 10 ранга. Слушай, ну это круто. А нужно 10 карточек для того, чтобы дальше его прокачать. Вот почему там, ребят, вопросительный знак стоял. Ну, а этот, естественно, нужен 24 уровень на Клыка Крива. Вот этих вот я не могу понять, где взять. Экзотический шепот смерти, он вообще уже должен быть у меня давным-давно в руках. Где его можно взять? Получить дракона. Неужели только покупать? Ну, бред полный. Полный бред, если его только покупать можно. Ребят, напишите в комментариях. Что тут у нас за новинка? Нет никакой новинки. Чего вы меня с панталыги сбиваете? Так, секундочку. Получите 300 миллионов единиц древесины. Дай-ка я получу древесину, ё-моё, вы чё? 30 листочков я не собираюсь никому дарить. Отправьте двух драконов в приключение. Я отправил только одного. И приобретите у Эрита тусклый янтарь, но это нужно 11 часов ждать. Так, значит, мы здесь повоевали. Пойдем, наверное, быстренько с тобой сюда на аренку сходим. Набьем себе немножко паков на открытие. Ну и заодно получим пак вождя. Так, у нас здесь, ну, в принципе, ничего страшного. Начинаем вот отсюда, потом сюда. И будем смещаться ближе, как говорится, к Костолому, когда он уже останется один. Ну, так, наверное, мы... Ну да, просто укусим, пока энергию тратить не будем. Все, понятно, взялись за барсика. Начинается вот у них вот этот вот бзикус. По-другому не назвать. Если ты, барсик, выживешь, ты выживешь, ты получишь отхил от нашего штормореза. Чудом просто каким-то этот промахнулся, олух. Хотя у него усиленно... Так, барсик, подожди. Барсик радуется жизни. Блин, у этого повышенная атака. Ведь все равно уже ушатает, да? Так, он сюда укусил. А ты? Ну все, гаденыши, вам крышка.
Слепота. И начинается лепота. Да-да-да-да-да. С усиленной атакой, но слепой, как, я не знаю, как крот. Сейчас мы его тут и похороним на этой поляночке возле костра. На тебе, от души. Ну, здесь так себе. Дракончики, блин, ну вот этот, конечно, этот и вот этот в паре, они могут мне большие неприятности сделать. Поэтому давай-ка вот этого, наверное, быстренько клыва крика разбомбим. Еще и понижает защиту. Это сейчас, да? Ну, естественно, этот подходим. Как же его не воспользоваться таким шансом? А этот добьет. Ха, он промахнулся. А так бы добил бы. Так бы он, поверь мне, уничтожил бы. Давай, наверное, вот так все-таки я сделаю. Все. Этого, естественно. Ну, слушай, повезло на один ход. Ты-то что будешь делать? Сюда бомбить? Понятно. Ну, тогда тоже сейчас отдуплишься вслед, как говорится, за шторморезом. В плане, он только что сходил, потом этот и опять ты. Что мы сделать можем? А зачем мне так делать? Я не знаю. Просто будем бомбить, да и все. Вот сейчас вешаем слепоту. Вот так вот. И все, парнишка. Ты приплыл. Что-то там елозит, елозит. Думает, что бы ему сделать. А все, ты ничего не сделаешь. Самое удивительное, что он на себя не вешает отражение. А ведь у него есть такая способность отражать все атаки. Причем мало того, что отражать все атаки, а эти же атаки идут против атакующего. Ох ты, скалотряс. Громыль, я думаю, что вот так вот будем делать. По убыванию, да? Скалотряс, костолом, потом уже громыль. На тебе. Ох, сейчас кому-то достанется, блин, от скалотряса. Кому? Естественно, барсику. Ну, я так и думал. Поехали. Можно было бы, конечно, просто кусануть и оставить за собой возможность хильнуться, но я думаю, что это бесполезно. В любом случае, тут бы нас раскатали. Отлично. Сейчас опять фаербол, да? Он запарит. Так, удвоение энергии. Ну что, лечим раны. Кусаем. Опять атака фаерболом. 100%. А, не стал. Слушай, ну тогда извиняй, парень. Все, доигрался. Ну что, как ты видишь, мы с тобой получили обычный пак, редкий пак, ну и, естественно, пак вождя. Кошмарный пристеголов, шторморез, водорез, вострозуб, кривоклык. Кстати, у нас уже 98 карточек на нем. Тут остается то... Какие там? Это 2 до соточки, да? Получается 22 карточки. И все, ребята, мы его сможем прокачать. Это, конечно, хорошо. Так, и выполнили задание. 10 рун еще в копилочку. Ну что, друзья мои, как-то вот так пока, да? Смотри, сколько нам еще с тобой предстоит открыть. Ну, плевака, понятное дело, потом вот эти. А вот это кто такая? Хейдер. Чего-то я не помню, это Хейдер. Ну, это понятно, это мама. Это тоже я не могу вспомнить, кто, если честно, кто это такой. Это, по-моему, враг, противник наш, да? Как-то так. Ну, все, вроде бы все заняты. Мы с тобой имеем 400, кстати, 11 монет. Что мы можем за эту сумму приобрести себе? Стремительная жуть, которая у меня есть. 580. А, вот, кстати, содержит героический. Вот этот пак мы с тобой получим за прохождение события. Вот так вот. Так что готовимся. Ну что, ребята, на этом я буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.